Генеральный директор Союза WorldSkill Россия Роберт Уразов поблагодарил Владимира Волкова за организацию финала 4-го национального чемпионата «Молодые профессионалы». За 4,5 года к движению WorldSkill присоединилось более 70 регионов нашей страны. С 2012 года было проведено 149 региональных чемпионатов, в которых приняли участие более 15 тысяч конкурсантов. WorldSkill – международное некоммерческое движение, его цель – повышение престижа рабочих профессий, развитие профессионального образования и проведение конкурсов профмастерства. На имя главы республики пришло благодарственное письмо.